В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». Готовность стартового котлована на улице Галактионовской составляет 95%. Сейчас на стадии завершения бетонирования фундаментной плиты. Переустройство инженерных сетей в границах будущего станционного комплекса завершено на 75%. В зоне метростроя на Полевой и Новосадовой стартовый котлован планируют подготовить к началу марта. Сейчас его устройство выполнено почти на четверть. Все работы находятся на ежедневном контроле регионального заказчика – подрядчика и администрации Самары. Напомним, что с появлением новой станции метро время в пути по ветке составит 20-25 минут. Интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. Количество составов на линии увеличится. По расчетам специалистов, пассажиропоток вырастет минимум на 15%. Театральная позволит как жителям отдаленных районов добираться до центра, так и наоборот, жителям исторической части города до отдаленных районов. Это действительно самый удобный общественный транспорт, поэтому могу только порадоваться за всех жителей, которые им пользуются и которые смогут легко и быстро приезжать в исторический центр, любоваться Самарской набережной и архитектурным наследием.